Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, и сегодня мы продолжаем играть Need for Speed No Limit, и сегодня будем проходить задание Лила Уэйна, вот, и посмотрим, что же у нас тут будет интересного. День первый, ребята, и событие первое в воздухе называется, и сегодня уже с вами мы играем на айфоне, и тут, я думаю, будет меньше тормозов, потому что на андроиде все постоянно тормозит, и все не очень хорошо. Так, событие первое в воздухе. Спарите над вашими соперниками в гонке. Так, окей, хорошо. Выбор машины. Мы сегодня будем ездить на Мерседесе АМГ, и если мы пройдем все задания, ребята, то мы получим вот эту очку, и нам будет намного проще проходить карьеру. Вот. Поэтому нам нужно будет очень даже постараться. И я вам могу даже дать сразу совет. Ну, вы, наверное, уже прошли, может быть, даже все эти уровни, которые я только-только начинаю проходить. Но после того, как вы получили какую-то деталь, лучше его сразу же улучшить и не жалеть деньги. Потому что тут будут карточки какие-то, кредиты, не бензин, на вот, и их очень мало, всего лишь 5, ребята, после чего нужно будет ждать целых 45 минут, и мне кажется, это не очень хорошо, вот, поэтому нужно сразу по максимуму прокачивать и быть предельно внимательным и приезжать всегда первым. Так, пора тебе сесть за руль и показать мне, что ты умеешь. Хорошо. Давайте держим обороты мы сами на зеленой зоне. И красавчики, идеальный старт. И нам нужно быть предельно надо быть спокойно. Давайте нитро. В воздухе летаем. Предельно внимательным, чтобы приехать обязательно первым, потому что я уже говорил, что тут для повтора нужно ждать 45 минут или посмотреть дофигища, охренеть. Вот так вот, ребята, все у нас меняется. Сам говорил то, что надо быть предельно внимательным, и, к сожалению, первым я не приехал и не удалось. Видите как, да, вот. Заговорился или отвлекся, я не знаю, но поэтому сейчас нам придется чуть-чуть подождать. Мы видим слева 4 из 5. Давайте плюс нажмем. Билеты, ребята. Вот. Ну, чтобы купить 5 билетов, надо потратить 90 золотишек. Чего мы, конечно же, мы не будем делать. Давайте повтор. Вот. И придется посмотреть рекламу, чтобы получить дополнительные билеты. И поэтому вы будьте, ребята, предельно внимательны. И этот Мэрин мы должны обязательно выиграть, потому что это очень хорошая тачка. Давайте ускоряемся. И теперь, надеюсь, все будет хорошо. Кстати, минус в этой игре, я думаю, после каждого прыжка камера слишком падает вниз, и нифига ничего не видно. Вот, например, вот сейчас. Оп. Вот это все нам мешает очень сильно. Все, наконец-то, приехали первым. Камера слишком низко падает, и все закрывается. Всего заработано 1132 кредита, наверное, тогда, я не знаю, как это называется. Ну вот, и нигде не было надписи, какая-то валюта. И открываем мы сами прототипы упорного станка. Идем дальше. И сейчас сразу же нам нужно будет улучшить. Вы получаете награды за завершение заданий и поручений. Посмотреть список заданий и поручений вы можете, нажав кнопку «Журнал заданий». Хорошо, давайте журнал заданий. Кстати, да, собирайте ежедневно, осталось 6 дней. Хорошо, давайте берем 30 золотишек. Следите за появлением новых поручений и заданий. Хорошо, мы с вами выполнили задание. Так, трофейная комната 1. Давайте возьмем 30 золота и плюс еще... А, вот, это есть 30 золота. 5000 денег у нас тут, долларов. И так, чертежи. Какие чертежи? Форд Мустанг. Хорошо. И тут у нас тоже Ford Mustang, и еще 11 чертежей нам нужно достать. Чертеж машины Jaguar, да? Jaguar? Нет, не Jaguar. Pajani, что ли? Будет правильно. Задание, достижение. Это нам не нужно. Отсюда мы выходим. И второе событие, ребята, нитро-натиск. И давайте пройдем мы с вами
попробуем все-таки пройти, да. Попробуем пройти Нитронатиск. Тоже, я думаю, очень сложные уровни тут будут, поэтому надо собраться, ребята, и быть предельно внимательным. Заставочка, давайте мы пропустим все заставочки. И так, Лил Уэйн нам говорит, на этот раз поедем быстро, братишка. Ну, хорошо. Сейчас у нас будет тут везде нитро, поэтому можно сразу же ускоряться. Дрифтуем. Тут, конечно, дрифт не обязателен, я так считаю, потому что нитро нам всегда... Опа, вот это подстава. Потому что тут всегда у нас есть нитро, мы можем не беспокоиться. Вот так вот. Отличненько. Мощно получается у нас. И надеюсь, у нас все получится. Да, мы успели. Все, окей, давай быстрее. 2 секунды у нас оставалось, но мы успели. Все хорошо. Вот тут действительно, если призывать какой-то поворот, если удариться, на повтор, ребята, не будет никакого шанса. И придется потратить еще один билетик. Событие 3. Охотник. И преследование началось. Догони вашего соперника и приди к финишу первым. Ну, это, в принципе, легко будет. Но перед этим давайте мы с вами зайдем в гараж события и улучшим мы с вами... Что тут? О, у нас тут турбо есть и нитро. Давайте зайдем, улучшим мы с вами упорный стакан. Отлично. И потом еще улучшим мы с вами баллон нитро. Прототип нитро называется, ребята. И давайте продолжим. Событие 3. Выбор машины. Mercedes, конечно же. И тратим еще один билетик. А пока что, ребята, надеюсь, у меня там запасной билетик уже назревает. Мы, конечно, с вами посмотрим дополнительную рекламу. По-любому нам придется. Так, а у тебя есть стиль. Смотри за другими гонщиками. Их-то нам и надо перегнать. А, окей, хорошо. Догнать и выиграть. А давайте чуть-чуть дрифта нам нужно. И ускоряемся. Взлетаем наверх. И у нас вот опять камера вниз падает. И пока что камера вверх поднимается. Может произойти много чего. И мы можем пропустить поворот. Или тачку, или что-нибудь другое. Поэтому не очень хорошо. Но это, наверное, сделано специально, чтобы все-таки мы ошибались. И гонка была намного сложнее, чем она есть. Отлично. Мы с вами, в принципе, легко справились с нашим соперником. И завершено. Получаем 954 кредита. Я буду называть это кредитом. Вы можете написать в комментариях, как вы все эти валюты называете. И еще не забудьте подписаться на канал. Идем мы с вами дальше. Первое место. И получаем с вами также упорный стакан. Хорошо. И, конечно же, сейчас зайдем в наш гараж. И, ребята, кстати, пишите свои советы в комментариях. В принципе, я игру только-только начал. Может быть, вы мне что-то посоветуете, дадите какой-нибудь дельный совет, который мне поможет в дальнейшем. И идем мы с вами дальше. Выбор машины, конечно, тот же самый Mercedes. Час пик, бросок через Blackridge Strip. Что за стрип? Не стрит, случайно? Так, у нас гоночка... Приди первым, окей. Пока что потихонечку. Ну, давайте, окей, ускоримся чуток. И дрифт. Дрифт нам нужен. Давай ускоряемся. Во-во-во, так, тихо. Вот тут у этой тачки дрифт, говорю, на нитро действительно очень долгое. Объем баллона большой и... Вот так вот, все отлично. И нитро у нас очень-очень долго действует. То есть, если вы рассчитываете на короткое ускорение, то нифига. Первые мы с вами пришли и получаем мы с вами прототипа первичного вала. Ну, отлично. И теперь недостаток билетов, событий. Смотри рекламу и сократите ожидания. Ну вот, чем мы с вами сейчас и будем заниматься. Но перед этим давайте пойдемте в гараж мы с вами и улучшим разгон. Прототип первичного вала улучшаем за 79 кредитов. Не знаю, вот действительно нету, ребята, нету надписи. Как называется этот деталь? Эта деталь. Установим еще стакан.
Отличненько. И выходим. Мы тут выполнили какое-то задание ежедневное. Давайте возьмем мы с вами хпшечки и золотишку. И выйдем. И начинаю смотреть рекламу. 45 минут. Смотрите рекламу. Ожидание минус 25% времени. Или мы можем купить за 90 золотишек. Но этого мы не будем делать. Лучше посмотрим рекламу. Пришлось, ребята, мне посмотреть штучек 6 даже рекламы, чтобы получить всего лишь один билетик. Да, все-таки все очень муторно. Событие 5 на время называется. И выбор машины также. Конечно же, Мерседес. И минус один билетик. Надеюсь, у нас все получится с первого раза. Или мне придется еще раз посмотреть штучек 6, может быть даже больше, не знаю, рекламы. Поехали, ребята, на время. И покажи им, что UM едет круто. Да, хорошо. Постараемся показать. И давай, идеальный старт, хорошо. И сразу же давайте нитро натиск. Давайте дрифтуем, нам нужно больше, больше, больше нитро, чтобы ускоряться. Давай, отличненько. Вот теперь, ребята, действительно, уже на iOS все гладко, все хорошо, без тормозов. Вот, и намного проще. А уже, например, если будет планшет тормозить и тупить, то в более высоких уровнях малейшая ошибка, ребята, и боу. Отлично, доехали. Завершили мы с вами события. На высоких уровнях малейшая ошибка будет стоить нам провала. Это было круто. Тебя запомнят за то, что ты делаешь, а не за то, что как. Что как. Не договаривает наш дружок. И давайте идем дальше. И получаем мы с вами также прототип упорного стакана. Хорошо. Сейчас мы с вами улучшим полностью... Так, что у нас там было-то? Даже не помню. Турбо вроде бы, да? Вроде бы турбина была. Турбину сейчас мы с вами полностью улучшим. Пока что идет загрузочка. Глава завершена. Награда за главу. Получаем 5 золота. И получаем мы с вами 10 чертежей, да? Вроде бы, если не ошибаюсь. И еще 5 штук нам нужно собрать. Вроде бы, да, получается? Окей, давайте. Идем дальше. Первую главу завершили. Вторая глава у нас... уже будет в следующей серии, потому что столько рекламы смотреть для того, чтобы заполнить полностью билеты, это нереально. Дождемся, пока что заполнит, и тогда уже будет следующая серия. И чтобы, ребята, не пропустить, подписывайтесь на канал и поставьте лайки. Еще в следующей серии мы с вами прокачаем нашу тачку. Вот. Ставьте лайки, комментируйте видео, делайте репостики, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь в Инстаграм. А вы были на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, всем пока!